Всем привет, ребят, с вами я, BeloJit. Сегодня я это прохожу свою игру, опять же. Я очень долго ее не снимал, но это... недавно я снимал, но... Так, Стас, сделай потише, погодите-ка. Ой, сейчас. Короче, ребят, смотрите. Да Стас, только нет, не плачь. Короче, что у нас тут есть? При помощи вот этого... Да блин! При помощи этого бага вот тут вот, можно взять АКС-47. Вот. Уже игра началась, у меня почему-то... Сохранилось, тут еще есть 3 АКС-47. Вообще, если считать, то АКС-47... Думаете, это плохое оружие? Но нет, оно тут... В принципе, хороший. Кстати говоря, я в этом месте, тут обновление будет, я просто ее закрыл. Вообще там есть. Все это, там можно прислушаться. Если кто-то услышит, то можно услышать кого-нибудь там, например. Так, привидение мое нелюбимое. Так, давайте лук возьмем. Так, привет, утка. И пока, наверное, сейчас утка будет. Так, пока утка. Берем лук, уходим отсюда. Я, то есть, пытаюсь, в принципе, не закрывать двери и еще это. Брать оружие все. Тут мы лучше взянем прекрасный лук. Супер лук я тут не лучше не брать, а то в ловушку попадешь. Окей, и что делать? А тут, в принципе, тут ничего не сохранил. Блин, сейчас перезапущу игру. Видите-ка. Все, ребят, началась игра новая. Так, сразу... давайте не будем его убивать. Возьмем просто АК-47. Ой, я что-то и вторую взял зачем-то. Ну ладно. Так, мне сейчас надо просто АК-47 вот так вот. Вот здесь я сейчас опять не... Буду просто перезапускать, это еще тоже долго. А я не хочу. Так. Так, еще берем. Так, теперь берем. Так, мы не можем сломать. Берем прекрасный лук. Все патроны. Также берем сразу же. Прекрасный лук. Лук я просто сниму, потому что он читается заданием. То есть, ну, я прям тут нет задания, потому что я не прям не могу хорошее. Посмотрим, что за карты можно посмотреть пока что. Ой, привидение. Открываем тебя. Так, черепаха. Ты меня и бесилка. А, это же коровка полча. Берем изумруд. Но мы не должны тратить лучше на алмаз. Это когда я уже это не прохожу, то я лучше буду тратить. А так лучше не тратить. Просто так. В принципе, вы спросите, где второй зомби, а его уже нету. Вот так вот, ребят. Вот на этом месте появляется новый монстр. Наверное, вы его заметили. Сейчас я жду его. Там привидение заспавню. Главное, что уже не заспавнится в один момент. Так, я жду его. Ну? Сейчас жук заспавнится и меня убьет. Ой, я же говорил. И он появляется прямо сейчас. Что ж такое-то, а? Не хочет появляться. Обиделась черепашка, кажись. Все, черепашка обиделась, не хочет появляться. Ладно, попозже взялся.
А, она же прям очень долго возрождается вроде, не? Так, тут еще одна опаха, магазин Бро. Так, у меня еще есть вообще. У меня один из игрушек, который чуть-чуть нельзя купить. А вот почему имею в виду то, что АК-47 это считается за, в принципе, хорошим оружием, если он бесплатно продается. Если мы бесплатно его нашли, то это хорошо даже. Во-во-во-во, заспавнимся. Слушайте, он долго. Ах ты ж, убью все заново теперь надо. Ну не все заново, его теперь надо это просто искать. Предмет. Так, я заспавню все вон там. Я же АВП-ху тут не взял, погодите-ка. Но. Так, здорово, привидение получилось. Пока привидение. Корова, кстати, вышла. Получай, кстати, олдес. Кстати, вы заметите, что двери нет? Вот наш мистер. Я здесь болею просто. Ай-яй, больно. Все, опять зарядил. Так, давайте посмотрим. Берем алмазные штуки. Кстати, этот магазин, в принципе, не нужен. Вот это вот. Я не знаю, зачем я его вообще добавил по приколу. Это магазин дебилов, надо было назвать. Магазин деб, надо было назвать. Так. Славница курица, именно вот в этом месте, смотрите. Вот это. А вот привидение неприятно спавнится. От неожиданности из-за нее можно умереть легко. Так. Патроны лучше пока что покупать не будем. Давайте броню купим. Так, у нас 3 алмаз. Все, купили. Ой-ой-ой, куда? Так. А все, она сразу делась. Вот так, здорово, курица. Кстати, тут еще есть летучая. Боже, коровка, но она будет в зоне мира 2. Я не хочу добавлять в первую часть. По крайней мере. Черепаха застряла. Вот в чем прикол, черепаха застряла. Да, это самое неприятное место. Так, пойдемте за алмазами. Теперь мы можем патроны купить. Ту-ту-ту-ту. Покупаем бесконечно патроны. Кстати, моя цель сегодня будет, наверное, не знаю, 900, что ли, купить. Так, утка. Прости, но я реально вижу, когда утка. Ой, у меня палка пропала. А! У меня палка пропала, ребят. Где моя палочка? Вот тут уже заспавнюсь. Его там... А где палка моя? Ну как бы там больше было, не? А еще одну записку. Мне, походу, все монстры. Ну, что-то не так. Погодите-ка. О! Не-не-не-не-не. Не-не-не-не. Останься. Получай.
Нет! А, кстати, вот, я забыл про это оружие. Вот еще одно. Это что такое? Черепаха. Пацаны, черепаха. Черепаха-убийца убила магазин. Что делать? Она не переживает. Она же вроде не это, не возрождается. Все, нет больше нашей. А не ты чё? Она главное меня убить может. Что происходит? А я А я что за баг? Что ты наделала? А как мне теперь две? А как мне от... Вот если еще таким с... Вот с тобой будет, я не знаю, что с тобой сделаю. А ты можешь сказать, про... ну это не считается просто бесплатной игрушкой. Ну нет! Меня этот убил. Мне коробку убило. Короче, мне лучше напишите мне вернуть или эту. А, да привези. Нет, ничего не буду. Я главное ударить ее не могу. Я у нее купить ему ходячий магазин. Кстати, не, я ее сделал, чтобы она не могла тебя убить. Что ж, с вами был я. В принципе, я почти все прошел. Но нет. Кстати, вот как карта выглядит почти. Всем пока, с вами был я. А, не пока. Хотя да, пока.